Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас у нас на вебинаре, посвященном акселератору УБРИР. Сейчас мы с вами проверим связь, проверим изображение, проверим звук. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня хорошо видно и слышно. Кстати, меня зовут Рита. Привет, привет! Спасибо, друзья! Ровно через 4 минуты мы с вами начнем наш вебинар. Спасибо, ребята, спасибо, спасибо, что сообщаете. Очень отрадно, что у нас нет никаких технических проблем. Давайте дождемся 4 минуты, я ненадолго отключусь и вернусь вместе со своей коллегой вскоре. Спасибо, что вы к нам пришли. Уважаемые коллеги, я вновь приветствую вас на нашем вебинаре, посвященном акселератору УБРИР. Хочу представить, меня зовут Сиразова Рита, я являюсь менеджером корпоративных программ Фонда развития интернет-инициатив. И сегодня вместе со мной в вебинаре примет участие Екатерина Кузнецова, которая является руководителем акселератора Уральского банка реконструкции и развития. Давайте я вам дам немного вводный о том, о чем сегодня пойдет с нами, у нас с вами речь. На вебинаре Екатерина выступит с рассказом о банке, о том, какие технологии они сейчас ищут в рамках акселерационной программы, о том, как выстроена работа сейчас, какая команда у них есть. Ну, а я вам, в свою очередь, расскажу немного о нас, о фонде, о своем опыте проведения корпоративных акселерационных программ, поделюсь некоторыми лайфхаками работы с корпорациями, ну и, в общем-то, поделюсь с вами организационными деталями акселератора УБРИР. Коллеги, давайте сразу расскажу о том, как мы с вами будем действовать. В рамках вебинара вы можете писать свои вопросы, ответы мы вам дадим после выступления. Поэтому, пожалуйста, пишите свои вопросы, не стесняйтесь, переспрашивайте. Мы лучше по несколько раз ответим на один и тот же вопрос, чтобы ничего не осталось, не было никакого недопонимания. Ну а сейчас я передаю... Так, коллеги пишут, что звука и видео пока нет. Проставьте, пожалуйста, плюсики, если меня хорошо видно и слышно. Отлично, Алексей, спасибо. Спасибо, Наталья. У вас на экране также должен быть слайд с логотипом Уральского банка реконструкции и развития. Все есть. Отлично, коллеги. Тогда я передаю слово Екатерине Кузнецовой. Екатерина. Добрый день, коллеги. Меня зовут Екатерина. Сейчас, секунду. Я руководитель направления инноваций в Уральском банке реконструкции и развития. Мне очень приятно здесь с вами сегодня находиться, и я здесь для того, чтобы рассказать вообще, что такое акселератор УБРИР с точки зрения нашего банка, чего мы ждем вообще от этого проекта, к чему мы готовимся и с кем мы бы хотели поработать, с какими стартапами в рамках нашего акселератора. Давайте в двух словах расскажу об Уральском банке реконструкции и развития. Так как мы не очень большой банк, я уверена, не многие из вас знают там подробности нашего существования, подробности о нашей компании. Я не буду долго останавливаться на рейтингах, на клиентской базе, на активах и так далее. Все это вы можете посмотреть на официальном сайте. На мой взгляд, гораздо более важно рассказать вам о том, что Уральский банк реконструкции и развития на рынке существует уже более 30 лет, то есть это довольно опытная, надежная компания. Несмотря на то, что мы довольно компактный и, наверное, региональный все-таки банк больше, чем федеральный, тем не менее мы присутствуем в 42 регионах, и у нас больше 1500 офисов и банкоматов, то есть довольно широкая сеть. Около 6 тысяч сотрудников и более 1 миллиона клиентская база. То есть, в принципе, для сотрудничества со стартапом или технологической компанией у нас довольно большая база, на которой можно развернуться и очень плодотворно и эффективно посотрудничать. Ну и самый главный наш актив – это наша команда. Особенности, ну, наверное, нашего подразделения заключается в том, что у нас очень молодой коллектив, то есть средний возраст нашего коллектива где-то в районе 35 лет. Мы очень любим технологии, мы очень любим делать все быстро и очень любим развиваться, чем быстрее, тем лучше.
Отсюда, собственно, и родилась, наверное, наша тема на вебинара «Как запустить именно быстрый пилот с банком». Ну, в первую очередь, зачем нам все это нужно? Зачем мы организовали вебинар и организовали акселератор и хотим проводить пилотные проекты со стартапами? Несмотря на то, что мы довольно компактный банк и с довольно гибкими и быстрыми процессами, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что на рынке существует очень большое количество технологий, которые мы не сможем покрыть силами собственного IT. И мы бы хотели привлекать технологии, которые будут ускорять наши процессы, ускорять наше развитие, улучшать качество обслуживания нашего клиента гораздо быстрее и гораздо эффективнее, чем мы бы делали это все своими руками. Акселератор для нас, акселератор Spree для нас – это шаг к построению регулярного процесса работы с инновациями. У нас уже есть работа с есть опыт работы с пилотами, и я расскажу об этом чуть позже. Но, тем не менее, именно комплексно и системно мы подходим к этому с этого года, и это возможность для многих компаний посотрудничать с нами, ну, так довольно оперативно и с высокими шансами. Что у нас есть сейчас? На текущий момент скорость запуска пилотов в среднем у нас 1,5 месяца. То есть, с одной стороны, это не очень быстро, то есть есть к чему стремиться, с другой стороны, это все равно такое, но срок, с которым можно работать, на который можно рассчитывать. Почему у нас сейчас получается так? Потому что, во-первых, на каждой информационной системе, которая у нас существует, у нас есть команда разработки, у нас есть компетенции в развитии этих систем, соответственно, мы можем быстро включаться. Мы можем подключаться по API ко многим системам. У нас уже есть согласованные шаблоны некоторых документов, то есть мы активно работаем над построением фаст-трека, над ускорением процесса запуска пилота. В рамках проекта «Акселератор», вообще почему интересно работать именно с проектом «Акселератор»? Потому что уже есть выделенный бюджет на несколько пилотов. По количеству, там, отбору и так далее, Рита расскажет чуть позже по всем организационным моментам. Ну и самое главное то, что у нас уже есть сформированный процесс построения, процесс проектного управления, соответственно, после того, как мы проведем с вами пилоты, проект на масштабирование, он уже пойдет по отлаженным процессам, и это будет абсолютно адекватные сроки и абсолютно адекватные запросы со стороны банка. Мы понимаем прекрасно то, что 1,5 месяца до запуска пилота – это не очень короткий срок, и зачастую для стартапа это довольно важная история. Поэтому мы активно работаем на тему того, чтобы сократить этот срок по плану на 2020 год в 2 раза. Ну, конечно, это амбициозная цель, но мы приложим все усилия для того, чтобы приблизиться к выполнению этой цели и чтобы получать технологии для банка быстро, а для вас это не затягивать этот процесс, и, соответственно, чтобы процесс работы с нами был несложный и недолгий. Как я уже говорила, у нас очень активная команда, и в первую очередь, это, наверное, самое ценное на текущий момент, у нас больше 20 подразделений. Здесь перечислены, собственно, все подразделения, которые уже участвовали в опросе и подтвердили свою заинтересованность в участии в акселераторе и в работе со стартапами. То есть на данный момент у нас есть более 20 бизнес-заказчиков, которые готовы взять, выделить ресурс и работать со стартапами в рамках нашего проекта. Если в двух словах, какие все-таки технологии нам интересны? Здесь перечислено очень большое количество направлений, в которых мы заинтересованы, но я расскажу такую небольшую историю. Первым этапом, прежде чем запускать сбор заявок и привлекать стартапы, конечно, мы хотели определиться, чего именно хочет наш бизнес, какие именно есть у него запросы и с чем мы пойдем, какие предложения для стартапов у нас будут. Соответственно, когда мы пришли к руководству банка, к правлению, мы спросили,
какие направления из тех, которые мы выделили, будут для нас фокусными, а какие не фокусные. Руководство банка сказало, что фокусно для нас все. По большому счету мы интересуемся практически всеми технологиями, которые могут принести финансовую эффективность, которые могут принести какую-то экономию по стоимости бизнес-процессов, которые могут принести улучшение качества обслуживания наших клиентов и так далее. То есть основным фактором для нас больше является не столько направление бизнеса, в котором предоставляется, ну, в котором работает эта технология, сколько ее эффективность в наших бизнес-процессах. Ради этого, собственно, мы и запускаем пилоты, чтобы проверить именно, насколько ваши технологии эффективны в применении к нам. А все равно кратенько остановлюсь на тех направлениях, которые мы обсуждали. В первую очередь это сервисы для B2C клиентов. Если у вас есть какие-то решения для мобильного банка или решения, которые рядом с мобильным банком, улучшают качество обслуживания, добавляют какие-то нефинансовые, не банковские продукты, сервисы или дают возможность нам добавить геймификации в наши продукты, это для нас интересно. С точки зрения клиентского обслуживания, конечно, скорость и качество клиентского обслуживания для нас очень важно. Причем скорость качества клиентского обслуживания как в онлайн-каналах, так и в офлайн-каналах. Контроль качества обслуживания сотрудников, роботизация входящих и исходящих звонков, чат-боты разнообразные – это все, что интересует наш банк. Сервисы для B2B клиентов нам интересны так же, как и для B2C клиентов. У нас довольно большая база B2B клиентов, и мы работаем с малым и средним бизнесом. Соответственно, все, что касается предоставления сервиса для B2B клиентов, это тоже нам интересно. Об этом мы, наверное, расскажем чуть позже. Решение в области HR. Ни для кого не секрет, что крупные компании расширяют штат IT, крупные компании очень интенсивно работают над сокращением оттока сотрудников и так далее. То есть все решения, которые нам помогут более эффективно работать и привлекать сотрудников в наш банк, это все в фокусе наших интересов. Сбор и анализ клиентских данных – это, пожалуй, самая востребованная история в наших бизнес-подразделениях. Здесь перечислен большой список всего, что есть, то есть нам очень интересно обогащение данными клиентскими, нам очень интересны все сервисы, которые помогут нам работать более персонализированно с нашими клиентами, нам интересны все сервисы, которые помогут нам знать про наших клиентов и про то, как они пользуются нашими продуктами больше, то есть сервисы, которые касаются аналитики. Это тоже востребовано в наших бизнес-подразделениях. Соответственно, направление автоматизации, оптимизации бизнес-процессов и работы сотрудников – это история про то, что очень много процессов в данный момент где-то выполняются в ручном режиме, где-то в полуручном режиме. Мы масштабируемся довольно быстро. Соответственно, все, что касается оптимизации скорости работы, все, что касается оптимизации ручного труда, все, что касается обработки документов, автоматизированного приема обработки документов, операционной деятельности, это тоже наше фокусное направление, с которым мы бы хотели поработать и попробовать технологические решения, которые есть сейчас в данный момент на рынке. Для любого банка также актуальна история про оценку клиентов кредитных продуктов, взыскание рисков. Все решения, которые касаются риск-модели и так далее, welcome, расскажите нам, пришлите нам свои презентации, что у вас есть и с чем вы готовы прийти в наш бизнес и попробовать свое решение в наших бизнес-процессах. Естественно, я уже затронула тему про банковские отделения. Это еще раз история про то, что мы работаем над улучшением качества обслуживания наших клиентов и, главное, скорости обслуживания наших клиентов. Если есть решения, в том числе hardware решения, мы готовы их попробовать также. Я в двух словах перечислила, что нас интересует и в каких направлениях вообще мы смотрим. На самом деле это довольно широкий спектр. Что для нас более важно, еще раз подчеркну, это именно
эффективность применения технологий в наших бизнес-процессах. То есть мы рассматриваем те технологии, которые впишутся в наш бизнес-процесс, которые помогут нам улучшить, ускорить, удешевить наши процессы, увеличить нашу клиентскую базу, сократить отток клиентов, ну и так далее. То есть все бизнес-показатели мы будем смотреть для того, чтобы мы могли не предполагать, а проверять именно на практике. Для нас важно провести пилоты, то есть пробные проекты, пробное включение со всеми компаниями, которые пройдут отбор. Что мы предлагаем на стадии пилотов? Во-первых, пилот в нашем акселераторе, он будет оплачиваемый. Стоимость пилота может быть до 500 тысяч рублей, это абсолютно среднее рыночное значение. Возможен частичный аванс, то есть мы прекрасно понимаем, что если будет потребность приехать или выделить время и так далее, на это потребуются средства, мы об этом будем разговаривать индивидуально с каждой компанией, которая пройдет отбор. Удобный формат работы в акселераторе онлайн, офлайн, мы готовы работать более гибко, так как будет удобно всем сторонам. То есть мы сами географически находимся в Екатеринбурге. Мы готовы работать в онлайне или предложить места рабочие как в нашем офисе в Екатеринбурге, так и в офисе наших коллег из Free в Москве. И здесь указан доступ к API, к песочнице данных. На самом деле это не все, что мы предлагаем, то есть мы работаем над расширением и улучшением инфраструктуры для проведения пилотов, то есть мы работаем над тестовыми данными, тестовыми площадками, более быстрым и удобным предоставлением доступов. Я сама отношусь к департаменту развития IT и с высокой долей вероятности могу сказать, что именно ресурсы IT и возможности IT будут очень плотно вовлечены в наш проект и в процесс пилотирования с технологическими компаниями, со стартапами. По итогам проведения пилотов станет понятно, что какие-то компании, какие-то технологии подтвердят свою эффективность, какие-то технологии не подтвердят свою эффективность. В этом направлении у нас нет ограничения по количеству подтвержденных технологий, у нас есть ограничения именно по качеству. То есть мы будем индивидуально на каждый пилот в рамках проработки кейса, в рамках подготовки пилота задавать параметры, критерии эффективности и показатели, которые должны будут достигнуты в рамках этого пилота. Те компании, те пилоты, которые достигнут показателей, которые подтвердят свою эффективность и которые подтвердят заинтересованность наших бизнес-подразделений, ну и бизнес-подразделения подтвердят заинтересованность именно в этой технологии в рамках пилота, они пойдут на масштабирование уже на весь бизнес. То есть в рамках пилота это будет какая-то или тестовая база, или ограниченный сегмент пользователей, или тестовое подключение, то на проекте масштабирования это уже будет история про весь банк и про всю сеть. Чем масштабирование при работе с акселератором через пилот будет отличаться от входящего проекта? Как раз тем, что этап подготовки, проработки и так далее мы с вами уже пройдем. Отсюда можно говорить о том, что проект масштабирования пройдет быстрее по сравнению с параллельным потоком, который у нас идет вне акселератора. Это во-первых. Во-вторых, что мы предлагаем, какой формат сотрудничества? На текущем этапе мы не готовы инвестировать в стартап, но мы готовы предложить долгосрочное сотрудничество или крупную закупку с той компанией, которая действительно будет эффективна в наших бизнес-процессах. Каждый раз, конечно, это будет обсуждаться индивидуально, каждый раз мы будем заключать договор, который будет интересен обоим сторонам. Здесь представлена команда со стороны Департамента развития IT. То есть кроме команды бизнес-заказчиков, очень активных наших бизнес-заказчиков, у нас есть поддержка руководства IT. То есть со стороны директора Департамента развития Сергея Щербенина и Александра Чеканова, управляющего директора Центра развития архитектуры IT. Александр – главный архитектор IT в нашей компании.
Также в нашей команде будут руководители проектов, системные аналитики, которые будут сопровождать каждый из пилотов, которые на стороне банка будут решать все организационные вопросы, будут помогать с интеграцией и с организацией проработки задач внутри нашего банка, для того, чтобы все наши пилоты прошли более успешно, прошли быстро, прошли в срок. Когда мы готовились к вебинару, мы получили большое количество вопросов со стороны регистрирующихся участников, и некоторые из этих вопросов были про то, есть ли у банка опыт уже работы со стартапами или с внешними технологическими компаниями. Здесь перечислена небольшая доля довольно свежих проектов. Это те компании, которые уже прошли с нами путь от входа в пилот, пробы технологий, подтверждение эффективности и потом проект на масштабирование. И сейчас эти компании, они работают уже с нами в промышленной эксплуатации на продуктивных системах. То есть опыт работы с пилотами у нас есть, но при этом, причем он есть в разнообразных подразделениях, и многие коллеги уже работали с внешними компаниями, у кого-то получилось, у кого-то не получилось. Но при этом в рамках именно акселератора мы хотим централизовать этот процесс, мы хотим сделать так, чтобы и ресурсы были эффективно распределены, и велосипед не надо было изобретать каждый раз, не надо было каждый раз долго подписывать договор, согласовывать все по новой. В рамках акселератора мы очень большое внимание будем уделять на построение нашего фаст-трека. Ну и от нас небольшой сюрприз. Как я уже говорила, бизнес-заказчики очень вовлечены и очень заинтересованы в том, чтобы мы, чтобы технологии внедрялись в наш банк быстро, с хорошими результатами и приносили нам скорость и развитие. Сегодня с нами в гостях Светлана. Светлана – управляющий директор Центра клиентских сегментов розничного бизнеса Департамента маркетинга. Светлана – как раз яркий представитель тех активных бизнес-заказчиков, очень заинтересованных в технологиях стартапов и компаний, которые к нам придут. Мы попросили Светлану рассказать об актуальных потребностях ее бизнес-подразделения, а также об опыте пилотирования, если такой опыт был, и ожидания от акселератора и от стартапов, с которыми мы планируем поработать. Светлана, да. Да, здравствуйте, коллеги. На самом деле я могу представить, скажем, маркетинг и корпоративного бизнеса, и розничного бизнеса, потому что буквально в прошлом году я работала управляющим директором Центра развития взаимоотношений с корпоративными клиентами. Сейчас вот, скажем так, сменила немножко профиль деятельности в части дивизиона, но занимаюсь также маркетингом. Если говорить про приоритетные задачи именно моего направления, то это, как уже было озвучено, это клиентские данные, обогащение клиентскими данными. Не секрет, что с ввода закона о защите персональных данных у банков сильно ограничен, скажем так, пул достоверных источников о потенциальных клиентах. Нам важно идентифицировать клиента на входе, максимально точно таргетировать свое предложение под потребность, будь то розничного либо корпоративного клиента, и создавать максимально эффективную коммуникацию, которая будет соответствовать не просто потребности клиента, но и, так скажем, его психотипу. Это первый пул наших задач. Также нам интересны программы лояльности, повышение транзакционной активности клиентов, как розничного, так и корпоративного. Какие-то интересные решения, которые позволят нам отстроиться на фоне конкурентов и завоевать лояльность клиентов, которая выразится и в удлинении их жизненного цикла работы с банком, и в предрасположенности к отклику на предложение банка, и в рекомендациях, которые они будут давать своим знакомым там, партнерам для обращения в наш банк. Но вот вкратце это вот два крупных
пула задач, которые нам хотелось бы вынести на проект «Акселератор» с точки зрения маркетинга. Если есть вопросы, готова ответить. Да, коллеги, у нас есть возможность поотвечать сейчас на вопросы. Я сейчас посмотрю те, которые уже прислали. Если у вас к Светлане появляются вопросы, Светлана тоже ответит. Давайте по порядочку. Вы смотрите только готовые команды, как Самфри, или можно организовать команду с вашими сотрудниками, имея проектное видение идеи? На текущем этапе, то есть мы проводим акселератор, такой большой, комплексный, первый раз в банке Убрир. Соответственно, на текущем этапе мы смотрим команды, у которых есть готовый продукт, то есть от стадии MVP и больше. В идеале, если уже есть какие-то продажи или опыт работы с крупными компаниями. В рамках пилота мы готовы попробовать продукт в наших бизнес-процессах на ограниченном сегменте пользователей или на ограниченной зоне действия вот этого продукта, посмотреть, как он работает в наших бизнес-процессах, возможно, доработать как-то, небольшую доработку технологии сделать, и после этого, если подтверждается эффективность, мы запускаем уже проект на масштабирование. Идеи, то есть стартапы на стадии идеи, в данный момент мы не рассматриваем пока. Следующий вопрос. Запуск за 1,5 месяца. А сможете подсказать среднюю длительность пилота? Мы планируем, что 1,5 месяца – это срок от момента, когда мы приняли решение, что мы готовы вот с этой компанией пилотироваться, до момента, когда уже технология начала работать на тестовом сегменте. В зависимости от кейса будет понятно, сколько потребуется времени на то, чтобы подтвердить эффективность. Это все очень индивидуально, то есть некоторым технологиям достаточно там недели-двух для того, чтобы подтвердить свою эффективность, и мы там будем уже принимать решение о дальнейшем масштабировании. А некоторым недостаточно и месяца. То есть все зависит от того, какой будет кейс и какая будет технология. Мы рассчитываем в среднем, что время проведения пилота от момента выбора компании до момента, когда у нас уже есть готовое решение, в районе 3 месяцев. Очень хотим уложиться именно в этот период вместе уже с проведением пилота. Так, что значит пилот с банком? Нужно, чтобы была готовая технология. Пилот – это обкатка готового решения с банком. Да, я уже ответила на этот вопрос. Это именно нужно, чтобы была уже технология, возможно, эта технология опробована на каком-то сегменте пользователей или уже есть какие-то продажи. Так, есть вопрос к Светлане. Сейчас, секунду. Так, Светлана. Вопрос. Скажите, B2C сервисы для клиентов широкой женской аудитории находятся в вашем... Секунду. Съехала. Ага, находятся в вашем фокусе с полезностью сбором данных, также программа лояльности. Но, скажем так, вот по данной фразе мне не совсем понятно подробности предложения. Клиенты широкой женской аудитории нам, очевидно, полезны и интересны. Конечно, да. Да, это как минимум половина потенциальных клиентов банка. Нужно подавать заявку, будем рассматривать. По программе лояльности я вижу дальше вопрос: лояльность какая, кэшбэк? Лояльность, я обозначила, скажем так, целевые метрики лояльности – это удлинение срока сотрудничества с банком, повышение транзакционной активности клиента и или повышение отклика на кросс-услуги, то есть готовность клиента покупать больше, и или готовность рекомендовать банк другим людям, партнерам деловым, либо друзьям, либо знакомым. Что будет содержанием этой программы, кэшбэк, какие-то еще, как раз вот это мы и ждем в качестве предложений от стартапов. Очевидно, что кэшбэк есть у всех, очевидно, что он в той или иной мере развит во всех банках, поэтому нам интересны предложения, которые позволят нам и увеличить lifetime value от клиентов, и отстроиться от других банков.
мы не диктуем, что должно быть содержанием программы лояльности. Спасибо, Светлана. Так, давайте продолжим еще по вопросам. А может ли сумма на пилот быть больше, чем 500 тысяч рублей в случае, если будут и лицензия 2 миллиона, и услуги? Смотрите, пилот у нас ограничен суммой 500 тысяч рублей, на наш взгляд, это достаточная сумма для того, чтобы проверить эффективность технологий. Если у нас идет речь именно о проекте масштабирования, там потребуется покупка лицензии, потребуется предоставление услуги или какая-то масштабная доработка, это рассматривается все уже очень индивидуально. В рамках проекта «Акселератор» мы хотим именно попробовать технологии в наших бизнес-процессах. Я уверена, что какой бы ни была технология, разработать кейс в рамках имеющихся ограничений, в рамках возможностей как банка, так и стартапа, это возможно, вопрос просто договоренности и разработки кейса и оптимальных критериев успеха. Так, еще у нас были вопросы. Александр Потешман еще с нами. Да, Александр у нас известная личность. Александр Потешман уехал в Москву. Так, дальше. Запуск, да, это длительность пилотов, мы обсудили. Есть ли критерии расчета внедрения решений? Например, если внедряется решение для сегментации, то как вы будете считать эффект? Все же нужно выражать в деньгах. Все правильно, да, все нужно выражать в деньгах. Я просто уверена, что Светлана добавит, наверное, ответ на мой вопрос. Критерии успеха, я организационно пока пару фраз скажу, критерии успеха и кейс будет просчитываться и описываться совместно с нашими бизнес-заказчиками, с людьми, которые погружены в бизнес, знают все необходимые, ну, во-первых, знают все потребности, знают все возможности и знают те критерии, которые для нас являются изменениями, которые являются для нас существенными. Отсюда получается индивидуально для каждого пилота и будут рассчитаны критерии успеха. В части Так, коллеги пишут, что звук пропал. Проверьте, пожалуйста, появился звук? Да, да, звук появился, отлично. Можете повторить, Светлана? Я комментировала по поводу оценки эффективности предложений по сегментации, по клиентским данным. Безусловно, это будет обсуждаться на этапе выбора участников там, и условий сотрудничества с ними, но первое, что может быть очевидным, очевидной метрикой, это в пилоте сравнение эффекта коммуникации на тестовой группе, которая отсегментирована по предложению стартапа, и на некой случайной выборке там, действующих или потенциальных клиентов. Соответственно, дельта в конверсии, дельта в отклике, дельта в доходе и будет эффектом. Спасибо. Да, еще несколько вопросов, которые были заданы при регистрации. Три главные задачи, которые надо решить банку в этом и в следующем году. Здесь я бы хотела ответить именно по ключевым фокусам. Те фокусы, которые мы ставим для себя в рамках проекта «Акселератор». Понятно, что это не единственное направление деятельности и развития нашего банка, но, по крайней мере, в рамках «Акселератора» то, что мы обсуждали. Это, во-первых, снижение стоимости бизнес-процессов, ускорение наших бизнес-процессов, обогащение клиентских данных, расширение клиентской базы. Вот эти направления, которые нам интересны в первую очередь, то, о чем мы будем разговаривать и то, что мы будем рассматривать в первую очередь. Но еще раз повторюсь, для нас, у нас нет ограничения с точки зрения применимости стартапа в каком-либо из направлений бизнеса. У нас есть ограничения и потребность именно в эффективных решениях, в тех решениях, которые покажут себя хорошо и покажут свою эффективность в наших процессах.
Так, и еще один вопрос. Какой основной фактор, влияющий на скорость проведения пилотов? С моей точки зрения, основной фактор – это результат работы именно команды пилота. То есть понятно, что команда пилота – это не только команда со стороны банка, это еще команда со стороны компании-стартапа, которая работает с нами. То есть мы приложим все усилия для того, чтобы с нашей стороны все процессы происходили комфортно и быстро, насколько это возможно в банковской структуре. При этом мы, конечно, рассчитываем на взаимопонимание, взаимопомощь и командную работу с той компанией, которая будет проводить с нами пилот. Потому что пилот, надо понимать, это несколько месяцев очень активного включения. То есть за несколько месяцев мы должны будем развернуть технологию в незнакомой среде, проверить ее эффективность и принять какие-либо решения. Соответственно, скорость определяется именно слаженной работой команды со всех сторон. Да, коллеги, смотрите, здесь уже пошли дальше большее количество организационных вопросов или некоторые вопросы повторяются. Следом, после меня, после Светланы, будет рассказывать про проект «Акселератор», про особенности работы именно в рамках этого проекта Рита, моя коллега из Фонда развития интернет-инициатив. Поэтому, пожалуйста, Рита, если ты готова, мы можем переключаться. Так, давайте пока. Да, в двух словах еще. У нас предстоит мероприятие, в рамках которого можно будет прийти лично, если вы находитесь в Москве или находитесь где-то рядом, и для вас не будет проблемы приехать на наше мероприятие. У нас на базе коллег с Фонда развития интернет-инициатив 31 марта состоится бизнес-завтрак, на котором можно будет прийти и лично задать вопросы. Я думаю, что более подробно можно будет узнать у Риты или у организаторов, они расскажут, как, когда, во сколько и как можно будет туда попасть. Все, коллеги, спасибо. Мне было очень приятно здесь с вами находиться. На время выступления Риты я, конечно, буду здесь. Если на какие-то вопросы еще нужно будет ответить, мы включимся или я отвечу письменно на вопросы в чате. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, снова здравствуйте. Представлюсь для всех тех, кто с нами был не с самого начала. Меня зовут Сиразова Рита, я являюсь менеджером корпоративных программ Фонда развития интернет-инициатив. Ну и в частности, я курирую со стороны Free проект «Акселератор Угрин». Ну, коллеги, поскольку мы являемся партнером банка Угрин в данном акселераторе, я бы хотела вкратце рассказать вам о фонде. Фонд – это самый активный венчурный фонд по числу сделок в Европе. Он реализует инвестиционную деятельность. На сегодняшний день Free инвестировал в проекты разных стадий порядка 470 проектов. И я хочу вам сказать о том, что на сегодняшний день фонд возобновил активное инвестирование в проекты, и подробную информацию об этом вы можете найти на сайте фонда. Кроме того, Free является одним из ведущих мировых акселераторов и реализует активную акселерационную образовательную программу. На сегодняшний день более 1400 стартапов прошли акселерацию в фонде. Здесь можно говорить как и об очной акселерации, так и заочной, о платных форматах и о бесплатных. Из них более 200 пилотных проектов и сделок после акселерации проведено именно с корпоративными клиентами.
На сегодняшний день у фонда более 100 корпоративных партнеров, как в России, так и за рубежом. Среди них Банк ВТБ, Российские железные дороги, Сбербанк, Газпромнефть, Ростелеком, X5 Retail Group, Байер, КамАЗ и многие-многие-многие другие. На сегодняшний день в нашем портфеле есть опыт совместного проведения акселерационных программ в количестве 17 штук. Мы этим сильно гордимся и очень довольны тем, что у нас есть такой прекрасный опыт и такие возможности проводить эти программы вместе с нашими дорогими партнерами и заказчиками. Я вам уже сообщила о том, что одной из основных и больших пластов деятельности фонда является проведение корпоративных акселераторов. И хотела бы вкратце остановиться на кейсах проведенных акселераторов при поддержке FRI, и менеджером которых непосредственно была я. То есть я вам могу рассказать всю внутрянку, все, что там было, все нюансы, все невыдуманные данные, все проекты, в общем-то, все-все-все. Мы провели кейс корпоративного акселератора с российскими железными дорогами, акселератор в области промышленности. В рамках этого акселератора было подано 720 заявок, 20 проектов прошло в саму акселерацию, 7 проектов было признано победителями и сейчас работают с российскими железными дорогами. Кроме того, в том году мы сделали большой финансовый акселератор с банком ВТБ и совместно с фондом Сколково организовали крупный акселератор для строительных компаний. Заказчиками этого акселератора стали крупные девелоперские фирмы, такие как Донстрой, Газ Девелопмент и ФОД. На слайде вы сможете увидеть всю статистику вошедших заявок в акселератор, количество команд, которые прошли акселерацию и итоги акселератора. Мы здесь на слайде специально сделали активную ссылочку, щелкнув на которую вы сможете перейти на новости и ознакомиться с теми командами, которые реально принимали участие. Я уверена, что, наверное, сегодня на вебинаре даже среди участников есть те, кто слышал про эти акселераторы, которые мы делали вместе с нашими дорогими и уважаемыми партнерами. Ну, а может быть, кто-то из вас даже принимал там непосредственно активную часть, может быть, даже стал победителем. Как я вам уже сказала, что вебинар должен быть полезен вам в работе с корпорациями, в частности, в работе с банком, я бы хотела вам рассказать о некоторых типичных ошибках стартапов, которые стартапы допускают при работе с крупными компаниями, так, чтобы вы впоследствии их не допускали, либо знали инструменты, на которые нужно обратить внимание. Одной из типичных и распространенных ошибок является абсолютная неготовность продукта стартапа для корпорации. Что я здесь имею в виду? Зачастую стартапы уже на уровне идеи пытаются зайти со своим проектом в большую корпорацию, тратя как свои ресурсы, так и ресурсы самой компании. И порой это оставляет такой неприятный шлейф, и первое впечатление уже будет сложно исправить, даже если ваш продукт станет сильно впоследствии лучше. По нашему опыту, крупные компании не готовы работать с проектами ранних стадий. Как правило, корпорациям интересны проекты от стадии MVP, минимально жизнеспособного продукта, но, естественно, выше. Что делать, если ваш проект проработан на уровне идеи? Ну, попробуйте предложить свое решение более мелким компаниям, либо каким-то региональным компаниям. Работа с такими компаниями поможет вам, во-первых, получить обратную связь по вашему продукту, и, во-вторых, станет живым кейсом, который... живой кейс работы с бизнесом, который поможет вам впоследствии и станет преимуществом при принятии решений корпорации о дальнейшей работе с вами. Следующей проблемой при работе с корпорациями является отсутствие информации о готовности работы корпорации со стартапами. Предположим, вы созрели для того, чтобы работать с корпорацией, у вас есть продукт необходимой стадии проработки. Перед вами встает вопрос, в какую корпорацию мне пойти? Корпораций достаточно много. В каждой корпорации есть свои правила и порядки работы с инновациями, со стартапами. Причем в каждой из корпораций степень проработки таких процессов абсолютно разная. Далеко не все крупные компании
публично рассказывают о том, как у них выстроен процесс по работе со стартапами, насколько проработаны процедуры быстрого отбора, насколько вообще компания или ее отдельные подразделения знают и понимают, чем стартап отличается от зрелой компании и какие нюансы нужно соблюсти при работе со стартапами. Зачастую к этому не готовы специальные службы, здесь я имею в виду службы безопасности, юридические службы, IT-подразделения, и часто стартапы упираются непосредственно в них. Такой подход чреват потерей тех же самых ресурсов, которые особенно важны и болезненно воспринимаются самим стартапом. Вы можете вести переговоры не один месяц, контактировать с различными людьми, с специалистами, отвечать на запросы, и в конечном итоге окажется, что либо количество людей, кстати, вашего проекта не позволяет корпорации совершить с вами сделку, либо организационная форма не такая, организационно-правовая, либо ваш проект совсем не имеет релевантного опыта, необходимого для совершения сделки с конкретной корпорацией, ну, либо что-то еще. Эта проблема является следствием и другой проблемы, которая заключается в том, что зачастую у стартапов отсутствует понимание, кто является бизнес-заказчиком в корпорации. Вы приходите к одному, ко второму, к третьему, к четвертому. С четвертым как будто бы завязались отношения, завязался диалог, и вам кажется, что он продуктивный. Вы потратили опять много сил, времени и материальных ресурсов, но оказывается, что у четвертого заказчика, подразумеваемого бизнес-заказчика, нет достаточного уровня принятия решений, либо он вовсе не является реальным вашим заказчиком. Если вы не найдете своего бизнес-заказчика в корпорации, вы обречены на неудачу. По факту ваш бизнес-заказчик внутри корпорации – это некий лоббист вашего продукта и вашего решения, и вообще вашей команды внутри корпорации. Очень распространенной ошибкой в работе стартапов с корпорациями является заход в компанию со своим готовым решением, совершенным образом, не кастомизированным под конкретного заказчика. При любом взаимодействии с клиентом, особенно с крупным клиентом, пообщаться с которым вам, возможно, удастся всего лишь единожды и оставить впечатление нужно хорошее, вам необходимо учитывать запрос конкретного клиента. Что вы предлагаете конкретному клиенту? Вы должны выяснить потребности, выяснить боли и уже после этого кастомизировать решение для этого клиента. Если вы выясняете, что действительно ваш запрос подходит под конкретного клиента, с которым у вас состоится встреча, пожалуйста, переделайте ваши презентации, адаптируйте их, переделайте ваши коммерческие предложения под конкретного клиента. Не стоит подходить ко всем корпорациям шаблонно, не стоит рассылать одну и ту же презентацию, считая, что именно в таком формате вы решите проблему клиента. Это просто будет неудача. Кроме того, зачастую стартапы строят ошибочные ожидания по работе с бизнес-заказчиками. Здесь я имею в виду сроки принятия решений в корпорации, доработка продукта, бюджеты выделенные. Надо понимать, что корпорация – это огромная структура, в которой есть множество регламентов. К этому нужно быть готовыми. И порядок принятия решений, порядок взаимодействия в корпорации сильно отличается от маленьких компаний. Не стоит мерить способы принятия решений и способы построения процессов в корпорации по себе. Обязательно учитывайте этот нюанс. Все обозначенные выше мной ошибки, типичные ошибки стартапов, решаются, в принципе, применением такого инструмента, как корпоративный акселератор. Акселератор – это, по факту, выстроенный процесс с определенными правилами игры, равными для всех. В чем его преимущество? На сайте любого акселератора вы найдете информацию о том, какие ресурсы необходимы, какие проекты ищет заказчик, в какой стадии, в каких направлениях, какие требования выставлены к количеству участников команды. К происхождению юридического лица, я здесь имею в виду юридическое либо физическое лицо, и многие-многие-многие другие условия, которые вам известны на старте. Если вы внимательно почитаете сайт любого акселератора, вы найдете эту информацию, но если что-то не найдете, вы всегда сможете получить обратную связь по указанной почте. Если компания объявляет о наборе стартапов в акселератор, будьте уверены, что в компании есть команда, которая отвечает внутри за акселератор.
И эта команда заинтересована в результате этого акселератора. Таким образом, можно говорить о том, что в компании выстроен процесс работы со стартапами и подготовлена почва. Более того, выстроен процесс работы со стартапом с точки зрения согласования необходимых документов. Я здесь говорю об NDA, о договорах, о паспорте проекта, о формах протоколов, если такие необходимы и так далее. То есть выстроен и сформирован фаст-трек по работе со стартапами. Существенным плюсом являются ограниченные сроки акселератора. С одной стороны, для стартапа сроки – это важный фактор его жизнеспособности. С другой стороны, у корпорации есть сжатые сроки, в которые он тоже должен показать результат. И это такая история про взаимный интерес – работать быстро и хорошо на результат. Еще одним важным плюсом при работе в корпоративных акселераторах является наличие бюджета на пилотный проект. Если на сайте акселератора декларировано, что стартап, что проект пилот является оплаченным, будьте уверены, что в компании этот вопрос уже проработан. Значит, на пилот уже выделены деньги, и вам не придется тратить время, тратить ресурсы, как свои, так и вашего потенциального бизнес-заказчика, на то, чтобы изыскать эти средства в дальнейшем, перераспределить, какие-то пройти бюрократические процедуры. Это является гарантией того, что деньги на пилот в компании есть. Ну и очень важным фактором работы в корпоративном акселераторе является помощь трекера. Вы не будете работать с заказчиком один на один, зачастую не понимая друг друга и разговаривая на разных языках. Поддержку в работе с корпорацией вам окажет трекер. Он поможет вам сформировать бизнес-кейс, достичь конечных результатов, нужных заказчику. И вообще, в принципе, это ваш некий такой наставник, который поможет вам на протяжении всего акселератора выстроить диалог, продуктивный диалог с бизнес-заказчиком. Итак, поговорим с вами об акселераторе Ubrir. Из чего же он состоит? На картинке вы видите несколько этапов. Работа акселератора началась с определения релевантных направлений для поиска технологических решений. Мы провели инновационный аудит с топ-менеджментом и потенциальными бизнес-заказчиками, на основании которых мы выяснили, какие на сегодняшний день потребности в банке и какие запросы на технологические решения существуют. Екатерина в своем выступлении обозначила направления, которых Ubrir ищет стартапы. Повторю, эти направления вы сможете найти на сайте акселератора. Они изложены крупно, там, 10 строками, каждая из строк раскрывается подробно. Пожалуйста, смотрите на сайт. Следующая стадия акселератора – это скаутинг стартапов. Сейчас она вступила в активную фазу. До 20 апреля включительно мы собираем заявки на участие в программе от проектов. После скаутинга следует экспертиза и отбор проектов. Экспертиза ваших заявок состоит как из заочного отбора, так и из очного отбора. В экспертизе принимают участие как эксперты Фонда развития интернет-инициатив, так и банк Ubrir. После очного отбора формируется шорт-лист проектов, которые по факту и станут участниками акселератора. На этапе подготовки к пилоту мы поможем вам определить бизнес-заказчика внутри банка, вместе с которыми вы начнете прорабатывать кейс и приступите к тестированию вашего решения. После того, как будут сформулированы конкретные задачи и KPI, вы приступите к процессу пилотирования, и за 8 недель вы сможете проверить несколько, возможно, даже несколько гипотез, и в этом вам помогут технические специалисты банка провести пилот на действительно реальных данных. Ну и кульминацией всего мероприятия станет Demo Day. Это презентация результатов работы в акселераторе перед топ-менеджментом банка. Сейчас перед вами слайд с датами проведения акселератора. Это по факту скрин с сайта. Еще раз напомню, до 20 апреля вам необходимо направить заявку, оставить заявку на сайте, записаться на Skype. Заочный отбор у нас пройдет до 15 мая. Очный отбор пройдет в Екатеринбурге 25-27 мая. Пожалуйста, имейте это в виду.
Подготовка пилотных решений 10 лучших стартапов состоится до 23 июля, и потом практически до конца сентября 8 пилотных проектов будет пилотироваться в рамках программы и представит свои результаты на демо-дне тоже в Екатеринбурге. Итак, какие критерии отбора в акселератор УБРИР существуют? Вместе с банком мы сформулировали критерии, которые минимально необходимые критерии для того, чтобы стать участником акселератора. Прежде всего, это стадия MVP и выше. Следующий критерий – это соответствие одному или нескольким направлениям поиска стартапов. Это те направления, о которых говорила Екатерина, те направления, которые указаны на сайте. Третьим критерием является наличие юридического лица, то есть ваша компания должна быть оформлена. Это может быть как российское лицо, так и иностранное, но самое главное, чтобы оно было оформлено. И большим преимуществом при отборе заявок и при отборе проектов в акселератор будет наличие опыта совместных проектов с крупными компаниями. Что вам необходимо сделать, чтобы попасть в акселератор? Итак, первый шаг – подайте заявку, запишитесь на скайп с экспертом до 20 апреля. На экране представлен скрин. Вы при переходе с сайта акселератора на кнопочку «Подать заявку» выходите в такое окно, регистрируетесь и заполняете заявочку. При заполнении заявки вам необходимо будет указать несколько сведений, интересующих потенциальных бизнес-заказчиков, необходимых нашим экспертам для оценки вашего проекта. Там информация о вашей команде, о ваших преимуществах, о способах монетизации, о стадии вашего проекта, о том, с кем вы принимали участие в подобных проектах, контактировали ли вы с какими-то крупными компаниями. В общем, краткая история в 5 томах. Пожалуйста, не пугайтесь, заявка небольшая, там не нужно писать поэмы, достаточно кратко описать, кратко, четко, тезисно описать все, что вы имеете на сегодняшний день. Да. Ну и к заявке необходимо будет прикрепить презентацию, которую впоследствии эксперты банка и эксперты Free будут рассматривать для принятия решений вашего перевода там, на следующий этап отбора. Отбор проектов в акселератор, как я уже сказала, будет проходить в заочном и в очном формате. Очень много вопросов к нам поступило. Как же проходит отбор? Заочный отбор состоит из трех этапов. Это премодерация, оценка проектов экспертами Free и оценка проекта экспертами УБРИР. На стадии премодерации вы контактируете с экспертом Free, получая скайп-консультацию. На скайп-консультации эксперт проверяет соответствие вашей заявки минимально необходимым требованиям, которые нужны для участия в акселераторе УБРИР, а также дает консультации по ряду вопросов, связанных именно с акселератором УБРИР. Впоследствии, при успешном прохождении премодерации, ваша заявка поступает на оценку экспертам Free и экспертам УБРИР. Эксперты Free оценивают ваш проект с точки зрения бизнеса, поскольку через экспертизу наших аналитиков прошла не одна тысяча стартапов, да, мы имеем опыт оценки, ну, более того, мы инвестируем, принимаем решение о вкладывании денег. Соответственно, эксперты банка оценят ваш проект с технологической точки зрения и с точки зрения применимости вашего решения и актуальности вашего решения в конкретный момент времени для конкретного подразделения в банке. После успешного прохождения заочного отбора 18 мая вам придет на почту решение о том, прошли вы заочный отбор, либо не прошли. Пожалуйста, проверяйте свою почту, с которой вы регистрировались в акселератор. Вам обязательно придет письмо либо о положительном, либо об отрицательном результате прохождения заочного отбора. Если вы проходите на очный отбор, то вам необходимо будет появиться в Екатеринбурге на очном интенсиве, который пройдет с 25 по 27 мая. Что будет в рамках этого очного интенсива? Здесь вы сможете с
встретиться со своим потенциальным бизнес-заказчиком, который вас выбрал, задать ему вопросы в рамках экспертной сессии, соответственно, бизнес-заказчик вам даст обратную связь, и после экспертной сессии будет сформирована питч-сессия, по итогам которой, в принципе, будет принято решение о том, какие проекты дальше идут в акселератор, а какие, увы, уходят работать дальше, но не в рамках акселератора. Из чего состоит сама программа акселератора? Программа акселератора состоит из так называемых четырех частей. Начинается она со стартового интенсива. Стартовый интенсив проходит 28-29 мая, тоже в Екатеринбурге. Пожалуйста, имейте это в виду. Если вы находитесь либо в другом регионе, либо в Москве, не в Екатеринбурге, запланируйте свое время так эффективно, чтобы у вас не возникло проблем при успешном отборе вашего проекта с тем, чтобы приехать в Екатеринбург. На стартовом интенсиве вы встретитесь, во-первых, будет проведена диагностическая сессия с нашими трекерами, первая диагностическая сессия вашего проекта, ну и затем вы встретитесь уже непосредственно со своим бизнес-заказчиком и попробуете сформулировать кейс, в общем, вступите в активную фазу диалога. После стартового интенсива начинаются два таких крупных этапа, каждый из них почти что по 2 месяца, это подготовка к пилоту и проведение пилота. На стадии подготовки к пилоту вы будете с заказчиком определять, действительно ли ваше решение подходит банку, а вы в силах исполнить пожелания заказчика, хватает ли у вас ресурсов для того, чтобы продолжить работу. Здесь же мы будем говорить о том, что вы будете оформлять необходимые документы, NDA, подписывать договоры, формулировать техническое задание. По факту на данном этапе вы будете адаптировать свой проект под банк и дорабатывать его отдельные части. Вы будете уже работать с конкретным бизнес-заказчиком, я вам сказала, а Фри в свое время окажет поддержку в качестве модератора, помогающего вам договориться с заказчиком и сформулировать для заказчика решение под запрос. После определения банков проектов, которые пойдут в пилот, наступает фаза пилотирования. Обращаю ваше внимание, что мы предполагаем, что в рамках подготовки к пилоту будет участвовать 10 проектов, впоследствии будет отсев. По нашей практике такое происходит. Это может быть произойти абсолютно по разным причинам. У стартапа случились какие-то непредвиденные обстоятельства, решил больше не тратить ресурс на работу, женился, родил ребенка, еще что-то. Может случиться что-то у бизнес-заказчика. В общем, непредвиденных обстоятельств, как мы с вами видим на сегодняшний день, к сожалению, увы, много. От нас не зависит. И на фазе пилотирования вы сможете проверить несколько гипотез, ну и, возможно, убедить бизнес-заказчика вашего, что ваше решение и продукт действительно важно масштабировать впоследствии. В свою очередь, бизнес-заказчик по результатам пилотирования оценит, насколько успешным либо неуспешным был пилот и примет решение о дальнейшем сотрудничестве с вами. 29 сентября в Екатеринбурге вы презентуете результаты пилота топ-менеджерам банка. Сразу вам скажу, чтобы вы не строили иллюзий, буду честна, ну и, возможно, для кого-то информация не новая. Далеко не все проекты, подтвердившие успешность своего решения, да, переходят в фазу масштабирования. К этому нужно быть готовым. Проверка гипотезы при этом может быть также с отрицательным результатом, но в то же время это тоже результат. Надо понимать, что хорошо проверить результат как для заказчика за малые деньги, так и для вас, имея релевантный опыт работы с корпорациями. Даже проверка гипотезы, давшая отрицательный результат, ляжет в ваше портфолио как хороший кейс, кейс, который вы сможете в дальнейшем использовать для работы с корпорациями. Здесь, в общем-то, представлены еще раз контакты сайта акселератора, ну и мои контакты. А сейчас давайте перейдем к вопросам, которые вы задавали.
Так. Сколько стартапов на акселерационную программу вы набираете? Есть ли у программы сроки или вы работаете с каждым стартапом отдельно? Про количество стартапов я сообщила. Еще раз давайте повторю. В принципе, это есть и на лендинге. Мы планируем, что зайдет в программу 10 стартапов и впоследствии будет пилотироваться 8. Что касается сроков, нужно понимать, что все проекты, которые заходят в акселератор, в любой, неважно, Убрир или какой-то другой корпорации, абсолютно разные, так же, как и разные бизнес-заказчики. Здесь все проходит в индивидуальном порядке, в индивидуальном темпе, но в целом по примерно одним рельсам, по одному фаст-треку, дабы облегчить процесс там, достижения конечного результата, который удовлетворит как вас, так и бизнес-заказчика. Поэтому сроки здесь абсолютно разные. Екатерина уже об этом сказала. С кем-то можно будет работать условно месяц, за месяц завершить пилот раньше, проверить гипотезу, да, и принять решение о том, успешно он был или неуспешный. Теоретически с кем-то можно и не успеть. Поэтому нужно обязательно, как и вам, будущим участникам, так и бизнес-заказчику, всегда ориентироваться на то, что мы ограничены в сроках и ограничены в бюджете. И, исходя из сроков и бюджета, планировать объем работ, который вы будете делать. Так, следующий вопрос. У нас уже есть готовый работающий проект. Правильно ли я понимаю, что вам нужна только адаптация проекта под требования банка? Коллеги, то, о чем я вам говорила по поводу кастомизации вашего продукта для каждой корпорации, неважно, в рамках акселератора вы работаете или не в рамках акселератора, при работе с большим крупным клиентом, безусловно, нужна кастомизация продукта. Ваш продукт должен быть не вот просто продукт, который вышел на рынок, может, вроде бы подойдет и Убриру, и ВТБ, и Сбербанку, и Альфа-банку, и еще многим-многим-многим. Вы должны кастомизировать свое решение под конкретные задачи банка Убрир. У каждого банка есть свои задачи, которые он решает в моменте времени. И приоритетные задачи у каждого банка абсолютно разные. Поэтому, да, действительно, адаптация проекта сильно необходима. Так, как узнать, что после всей презентации эта удовлетворенная проектом корпорация своим крупным IT-отделом сама сделает такой... Сейчас, подождите, не очень поняла вопрос. Своим крупным IT-делом сама сделает. Вы имели в виду, наверное, не сделает. Коллеги, по поводу подписания NDA перед презентацией. На самом деле, мы часто работаем со стартапами, часто сталкиваемся с такой ситуацией, что в рамках одного проекта у нас были кейсы такие в работе там, со строительными компаниями. Корпорация намеренно одновременно пилотировала три решения, решающих одну и ту же задачу, просто три абсолютно разные команды, разные подходы, но в конечном итоге они решали одну и ту же задачу корпорации. И корпорация намеренно взяла такие проекты, дабы выбрать для себя итоговое лучшее решение. И у нас были кейсы, когда в рамках каких-нибудь питч-сессий или демо-дней проект, будучи испуганным за свою, за, так сказать, за свой продукт, за то, что его вдруг кто-то украдет, принимал решение о том, что он не будет выступать. Ну, давайте откровенно и честно, на презентации, на которой у вас есть по факту там 3-5 минут, эту технологию, ну, не скопировать. А если ее и скопировать, то это плохая технология. Поэтому NDA перед презентацией, перед демо, безусловно, он будет, перед онлайн-сессией нет. Перед онлайн-отбором никаких NDA мы подписывать не будем, мы NDA будем подписывать только с теми, кого отобрали непосредственно в программу. Подскажите про долю вовлечения банка в проект. Это продажа услуг банка с сохранением владения проектом, возможность предложения другим банкам, или это чисто внутрибанковский проект, который подойдет только Убрир и будет принадлежать ему? Не о выкупе доли здесь вообще не идет никакой речи. Вы заключаете с банком, так сказать, партнерские отношения, вы оказываете услуги, предоставляете свое решение, кастомное решение под конкретный банк, а банк его проверяет на маленьком участке на реальных данных.
и впоследствии вы принимаете решение о том, будете ли вы сотрудничать и в какой форме. Поэтому о покупке решений давайте не будем забегать вперед и говорить, мы еще даже никуда не отобрались. Так. Возможно ли участие из Москвы без приезда в Екатеринбург? Смотрите, коллеги, у нас есть ряд дней, в которые вы должны обязательно присутствовать в Екатеринбурге. Это онлайн-отбор, очный отбор и демо-день. Что касается непосредственно участия самой программы, это зависит от проекта. Если вам будет необходимо выезжать, высаживаться в банк и там проводить какое-то определенное время с разработчиками, там, с бизнес-заказчиком, значит, будьте добры, сделайте все, чтобы ваше взаимодействие с банком стало более успешным. Что касается оплаты за пилот, вот Екатерина подметила, пилот платный, и одним из преимуществ этого платного пилота является возможность авансирования. Это значит, что ряд ваших затрат может быть покрыт, там, условно, на проживание, на дорогу и так далее, может быть покрыт в рамках авансового платежа. Это тоже важный фактор. Далеко не каждый бизнес, не каждый заказчик, в принципе, готов идти на это. Поэтому тут тоже будет все решаться в индивидуальном порядке. Так, есть ли разработанный критерий успешности прохождения проектов на пилоте? Я конкретные критерии вам публичить не буду. Я вам скажу вкратце о том, на что смотрят как банк, так и мы, да, при отборе проектов. Команда, продукт и актуальность продукта для решения банка. Ну и, соответственно, примерный уровень затрат при внедрении вашего решения и сопоставлении его с рынком. Как попасть к вам в акселерацию? Пожалуйста, заходите на сайт ubrr.idf.ru, нажимаете кнопочку «Подать заявку», и там нативно уже все понятно, все шаги, заполняете заявочку и попадаете к нам. Условия отбора пилотных проектов я вам сообщила, условия участия в акселераторе я вам тоже сообщила. Коллеги, ну что, вопросов у нас больше нету. Я хочу поблагодарить вас за ваше участие, за то, что вы были с нами. Все материалы с вебинара, я еще раз повторю, будут высланы вам на электронную почту, с которой вы регистрировались на вебинар. Ну и запись с вебинара останется у вас. Коллеги, спасибо вам большое за ваше время. Надеюсь, что вебинар был полезный. Екатерина, спасибо вам. Надеюсь, что коллеги из банка тоже ответили вам на все ваши интересующие вопросы. Все, спасибо. До свидания.